одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква С в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Одежда владельцев этого имени по их предназначению в основном светлая. Если обладатель имени носит темную одежду, то ему стоит задуматься, потому что светлая одежда повышает его нравственный и приятный тон. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Беспокойные, живущие в постоянном напряжении, носители этого имени часто представляют у себя настоящий комок нервов, порой изводя окружающих своей нетерпеливостью, невыдержанностью, внезапной раздражительностью и взрывами ярости. В такие моменты они подобны майским грозам, столь же внезапные, яростные, мощные, но быстро утихающие. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.